Умер капитан Фиорентино Давиде Астори. Давиде Астори скончался во сне накануне поединка против Удинезе. Капитан Фиорентино Давиде Астори умер во сне накануне матча с Удинезе, сообщает официальный сайт клуба. Футболист был найден мертвым в номере гостиницы, в которую фиалки заселились перед матчем чемпионата Италии. Астори был 31 год. О причинах смерти защитника пока неизвестно. Из-за смерти Давиде уже отменены два матча серии А, запланированные на воскресенье. Удинезе, Фиорентино и Джина, Кальяри. Судьба других встреч пока неизвестна, но есть вероятность, что все оставшиеся поединки тоже отменят. Давиде играл в Фиорентине с 2015 года и ныне был ее капитаном. В своей карьере центрбек играл также за Милан, Кальяри, Рому. Больше всего встреч провел за Кальяри, 179, и Фиорентину, 109. На счету Астори также 14 матчей за сборную Италии. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgro.com.